Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня готовим новогоднюю закуску. В кастрюлю кладем рунку, лук, черный перец горошком. И заливаем водой. Ставим на огонь и варим 2 часа. Только закипит, убираем пенку. Уменьшаем огонь и варим дальше. Добавляем курятину, соль и варим еще час. Мясо уже готово. Достаем и даем остыть. Мясо остыло, разбираем по кусочкам. Мясо разобрали, добавляем измельченный чеснок и тертый сыр. И все это хорошо перемешиваем. Добавляем чуть-чуть бульон. Заполняем в яйца
и в контейнер. Сверху заливаем бульоном. Отправляем в холодильник на всю ночь. Наша закуска готова. Достаем из формы и нарезаем на кусочки. Вот такая закуска у нас получилась. Желаю всем приятного аппетита!